Санкт-Петербургская мусорка обрела новую жизнь благодаря уличному театру «Небесные бродяги». Его команда превратила запущенное место на биржевой линии Васильевского острова в настоящий волшебный сад, где поселились персонажи из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Здесь можно увидеть граффити с изображениями героев из мультфильмов «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо». Благоустройство помогала команда библиотек Василия Островского района. Собрались любители фантастики, любители аниме, графических романов и вообще люди, которые любят читать. Мы со стороны библиотек сделали много зон книжных, встреч с писателями, с издательствами. Можно стать участником викторин, лотереи. В то же время мы создали очень много площадок, где можно пофотографироваться, можно стать участником беспроигрышной лотереи. И еще у нас наши партнеры создали косую аллею.